всего. Здравствуйте. Давайте, погнали, торги. Попав, либо хоть понимали. Видите весь трафик? У меня не Т9-3, у меня лужа нихуя не делает. ВВ. Ай, блядь. Давайте обмен по испанам. Танк пролетает, да? Ничего не понял.
Ну танк, типа танковскую же нет, не делают или что, или не продают. Или что там, ЛКшную можно ебануть. Блять, у меня что даже ЛКшная. Кончилось. Есть ЛКшные на танках у тебя? Ну да. Отличие есть от X2? Или такой же абсолютно магик? Есть. Обмен. Кому еще ПП, СПТ, обмен звезде? Быстрее, ребят, блять. Потом, сука, блять, останетесь без фласки, у кого не будет, блять, сразу минус оно ебана. Блять, ну кто? Кирилл, поешь рыбу? Фласки раздавать и рыбу есть так охуенно. Не поедешь, прям вообще чуть-чуть. Можешь кого-нибудь? Давай я за тебя поем. Что тут помощников нету? В рейде. В смысле, сколько голд? Класки бесплатно раздаются. Скана ты вдись. А тут вообще вот эта зеленая, это какая магия? Огонь считается? Или огонь с чем-то? Это скверно вроде. Скверно. Огонь плюс природа. Так, короче. По кубам сразу распределимся. Батя твоя печенька будет. Ваничела твой ромбик. Трусы нажмешь. Кана полумесяц. Яша крестик. Надеюсь, все услышали. Кнопки в кубах стоите. Так, дальше. Короче, смотрите, пуляем босса. Во время боя на РДД, точнее, как это лучше сказать, на людей, у которых есть мана, будет вешаться печать Мактеридона. Если вы... Она висит на вас 10 секунд. Когда остается 1 секунда печати Мактеридона на вас висеть, если вы в это время какой-то каст делаете, ну, каст, про, короче, кастите какую-то хуйню, вам снимается дохуя маны и полъебало хп, а то и больше. Чтобы этого не произошло, вам на последней секунде эта печать Мактеридона просто нужно ничего не кастить. Она пропадает, и вы дальше ебашите. Либо хилите и так далее. Что тебе на луне делать? Какой нахуй луне? Тебе ничего не надо делать, ты хилишь просто. Дальше. В лужах с луж выходим. Около кубов, когда бьете босса...
Так. Короче, когда бьете босса, чтобы около кубов никто не стоял, чтобы не засрали лужами, чтобы потом куб дискомфорт не было нажимать. Прохиливаете эти кубы, там буквально надо будет нажать, чтобы все нажали буквально на секунду, и потом отпускают. Вот смотри, чтобы никто не уронили. Слушай, выходим, но они там не сильно бьют, но выходите. Дальше. Первая пачка мобов, вот где везде прыгаю, вылазит демон. Просто босса подводим и хуярим демонов. И уешим в это время босса. Пудуста, этот, не забывайте про декурса, не вешают проклятие. Просто заливаем, в принципе, ничего сложного. Ну и косты желательно кинуть. Дальше. Центральный портал, где я сейчас прыгаю, выходят гитаристы. Самый противный трэш. Нужно будет грипать по очереди мелизону и одного... Вот тут ты скана нужен. Будешь подходить к мелизону, брать моба, на которого я буду ставить метку, по которому будем играть, и ты его по КД просто знание зла кастуешь. Станы там и бьете, заливаете его вместе с меликами. Затем метку буду ставить звезду. РДД рассасывайтесь. Соответственно, вы играете тупо все время этих гитаристов. Ну, чтобы не было такого, что кто-то бьет босса. Если кто-то играет по боссу, нахуй, рип, нахуй, крест. Самый противный трэш, еще раз повторяю. Еще такие струны будут, белые волны от них отходить. От этих волн можно отходить, а не стоять, ловить ебал. Две волны ваншотно, минус ЕП. Дальше. Самый приятный, наверное, трэш. Вот самый правый портал, где я сейчас около креста полумесяца. Бесы. Просто все бьют босса, когда говорю, подводим босса под этот дик бесов и просто заливаем АУЕ. По команде дашь войд этот гнев небес и все. Все. Дальше. Не знаю, сколько там пачек трэша выйдет, до 50%. Когда у него 50% станет, побежим все в печеньку в сторону этих дверей. Станем у двери, будет падать потолок, ну и босс-манекен будет без трэша. Остается только часть максиридона и лужи. Кроме этого, появляются зелененькие такие лужи. Это уже для танков информация. Вы танчите босса так, в 4 танка, вы танчите босса так, чтобы... Сейчас, подожди. Вы танчите босса так, ну, чтобы напротив вас сзади не было зеленой лужи, слизи такой, как на гниломорде, там, как на профи, короче, вот такие зеленые лужи. Если вас вот лужу откинет, ну, когда босс сокрушающий удар кастует, если вас откидывает, то вас возьмет МК, если вы в эту лужу прямо попадете. Дальше. Теперь касательно информации о танках. Void, ты танчишь трэш с порталов, которых выходят. И собираешь его, соответственно. Напоминаю, бесы справа, в центре гитаристы. А, ну ты был слева, эти демоны. Так. Дермиш, Смурфетка, танчите со мной босса. Я начну первый. Смотрите, перемещание танки, самое главное. Когда он кастует каст сокрушающий удар, как только он начал кастовать его, сразу нажимайте там. Я первый танчу, Дермиш. После меня смурфетка третья. После смурфетки, когда кастовать, я запираю. То бишь, запомните, вот это самое главное. Как только он сокрушающий удар кастует, это важно, нужно сразу, блядь, как только он начал каст, то таунчить. Во-первых, потому что он откидывает, а во-вторых, если, блядь, вы опоздаете с таунтом, он сокрушающий удар дохуя хп снимает. Так еще плюс ко всему дает автоатаку сразу после сокрушающего удара. Если вы не успеваете таунтить во время сокрушающего удара, то урон проходит от сокрушающего и автоатака. Соответственно, ваншот по танку. Надеюсь, вы это усвоите. Ну, там ДК есть еще. Ваничелло, дай СС по смурфетке. Бати, дай СС по дермичу. Все, это все. Остальное все буду звучать. Еще на полуба. Мы босса подводим только под демона слева, трэш слева, который.
А, и под бесов. Угу. Под левый и правый портал мы только поспорим. Абориген, доля. Много в кашле будет? Да у нас полрейда без бана, куда ты вообще даешь? Да пускай бьют, блядь, во время бури не будет банок нахуй. Ну, получит минус, блядь. Я всем банки раздавал, блядь. Ну. А, Void, короче, мы скорее всего сейчас не успеем трэш убить. Просто позабираешь на себя этих големов, они потом пропадут. Главное чужотворцев убить. Похуй на ваше ОЕ, главное убить чужотворцев. Дай бомжей. У нас батя умер. Ребят, ну, блядь, как можно в 4 танка, блядь, вот как вы умудряетесь, чтобы еще сдохнуть, нахуй? Я вот не понимаю, нахуй, это просто пиздец, нахуй. Отойди ты чуть подальше, стань там, блядь, не прямо во фрейме, и будет все заебись, нахуй. На локе, блядь. Чертворцы, бейте быстрее. Нам сейчас, ты в курсе, что понимаешь, вот нам сейчас БР тратить придется, блядь. Убейте, пожалуйста, чаротворцев. Не надо бить этих ебаных големов. Не убьем чаротворцев, вайпнемся сразу до пула, блять. Босса. Яша, дай БР по бать. Звезду добейте. Вон еще одна. Все в звезду играйте. Быстрее, у нас 10 секунд до активации босса сейчас будет. Еще раз повторяю, точечно, без АУЕ, блядь. Спасибо. Забирай этих големов, встали на исходные. Сейчас босс запускается, 3 секунды. Рибафните лока. Сейчас сокрушающий только встает, кастовать будет, сразу забирай. Геру, давайте. Выключи, пожалуйста, микрофон. У кого-то не знаю, не знаю. Да. Ну, блядь, ну... Блядь, вы можете стать в один фрейм? Ну, вы понимаете, что милики теряют ДПС от этого, что вы танки там, что-то так. Смурфетка, ты на сокрушающем что забираешь? Мрачный лорд, микрофон выключи, пожалуйста. Замуть его, пожалуйста, кто-нибудь. Сука. Блять, уёбик, чё, блять. Если, yes, иди бой лови. Кубы нажали, стрим босса бьем пока что. Не нажали. Кубы нажали, алё, трусы, блять, кто нажимает? Сука, все отпускаете. Чьи трусы, блять? Вообще никто не стоит, мы со зероном пробегаем. Я понажимаю. Я назначал, блять. Сейчас я. Я понажимаю. Или ты назначь кого-нибудь. А ты какой куб нажимаешь? Я этот. Луна вот. Все вышли. Подошли и бесов залили, дали массу, дали ОЕ быстрее. Фул ОЕ дали, залили бесов быстрее. Больше ОЕ дали больше. Фул ОЕ еще раз повторяю. Больше УЕ, гнев небес, давай. Давай, 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 там каст пошел. Войд.
Блять, стан дайте. Смурфетка, дай в этот шок. Пиздец, нахуй. Босса поворачивай, веди туда. Ребафните, ты кашник. Кубы прожали. Кубы прожмите, алло, ФК, челики, блять. Красава, нахуй. Отпускайте. Демонов. Подвожу босса. Ребафните ДК. Играйте все по Архимонду этому. Ю-ю, сбиваешь косты везде. Кинкен, сбиваешь печеньки косты. Бриспер, твой следующий. Трусы, косты сбиваешь. Играем по Архимендам, а уешим только маленько. Ну, Сморф, пожалуйста, тебе нужно затаунтить во время сокрушающего. Нет, если ты это делаешь. Сокрушающего. Ну, я сейчас посмотрю. Он второй раз умирает, ты понимаешь это или нет? Филинтрас, дай БР по дермичу. Он дает автоатаку. А тебя вас слаживает прямо под этим, я понял. Ребафнись. Ребафните ДК и Вара быстрее. Забирай. Быстрее демон архетик, демона пробивать, последние трусы. Сейчас кубы будут. Пять демонов, кубы поражали. Поражали кубы быстрее. Каску все поворачивай. Отлично, отпускайте. Ребаф полностью дали. Вара и ДК. Забирай. Также сбивайте косты. Блять, неудобно. С флагом ищите. По Архимондам играйте. Магик такого ешьте. Он поставил, сбивайте косты. Ты меня забрал? Да. Добивайте от команду быстрее. Все, босса в центр, брат. Готов, все забирай. Бес, иди забирай бес в правый портал. Забирай. Ставь босса в центр. Кубы прожали быстрее, все, отпускайте. Босса в центр и станете в один фрейм. Все, 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 хорош, хорош. Там один бес убежал под босса. Ничего страшного. Стремись, ладно. Его уже грипнул, ее хорошо. Собирай беса, бейте босса пока что. Готовься забирать. Охлоняет пиздец. Все, босса подводи сюда и по бесам поехали. Готовься, Смур, забирать босса. К бесам подводи босса, пожалуйста. Забирай. Вот, когда скажу, даешь гнев небес. Я смею сейчас себе таунство. Гнев небес, гнев небес, гнев небес. Сдал из баун. Дай шок, дай их, Смурф. Дал. Блять, ну хуёво. Ай, дай пизду нахуй.
Дермич, это умирал, дермич умирал, блядь, когда сокрушающий удар кастовался не под фул хп был два раза. Сейчас морфетку гляну, блядь. Пай. На каком-то кубе был. Вы должны были прожимать Яша, Ванисела, Батя, Протопауэр и Абориген. Вот Абориген как раз трусы не нажал вроде бы нахуй. Да, я нажимал. Я нажимал трусы потом. Ну ты сказал Кинкая туда. Так, смурфетка. Куда? На кубы? Мне? Смурфетка вообще сокрушительный удар ваншотом. Сколько у тебя хп? А, 59 тысяч. Сокрушительный удар 54. Могу перепить фласку на хп. БК. Им надо нажимать что-то под сокрушительное по-любому. Да, 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 я тоже понял. У меня есть две тринки, я шагу назад и так далее. Рыбохватель. Если бружинки. Что за цирк? Короче, скана. Когда выходят бесы, потому что это пиздец, нахуй. Никто лишних станов ничего не дает. Даете только по команде. Скана, твоя задача, подходишь туда. Прямо уйти, когда мы бесов начинаем заливать АУЕ, заходишь прямо в кучу к ним. И ждешь команды, когда дать гнев небес. Нет, я не говорил тебе, Кинкай, на ком. И не забудь про гитаристов, что ты их теряешь, когда они в мелизону гриппаются. Пока дать изгнанием зла. Блять, лагается. Я не знаю, нахуй, меня этот сервер убивает просто, нахуй. СС по откату также дадите. Вообще на колыбах, черт. Четыре, три, два, один. Бомжей дайте. Вспоминаю, чертворцев приоритет убивать. Так точно бить. Бить. Заберите Абригена, ну, звезду, быстрее. Там еще один остался. Добили чертворца, быстрее. Все, забираю будет на 7, мобов встали на исход, готовьтесь. ДПМ забанил, сколько до пула? Не знаю. Встаньте в один момент, пожалуйста. Геру дайте. Слушал, поделись. СС по откату не забудьте дать, пожалуйста.
Кинкей, ты там, блядь, адекватный нахуй человек или что, блядь? Что ты делаешь нахуй? Смурк, ты следующий замираешь. Не поворачивайте босса, пожалуйста, стойте так, не надо его слушать. Не махните, ДК. Как ты умер? Ты босса у меня забрал, да? Вы прожали? Трусы не опять никто не нажимает. Почему опять не отпускать? Отпускать. Абориген, блядь, ты, сука. Что вы нахуй делаете, блядь? Алло, нахуй! Что вы меня выводите, блядь? Заебали, нахуй! Вы, сука, куб не можете прожать. Абориген, алло, нахуй, тебя назначил на трусы, блядь. Будь добр, нахуй, нажимать на куб, когда тебя просят, блядь. Заебало, нахуй. Мне и так горит от этого сируса, потому что мне лагает, блядь. Бейте архимондов, блядь. Больше по архимонду. Яша, дай бар, только не в лужу, пожалуйста. Быстрее добивайте архимонда, сейчас кубы новые будут, новый трэш. Или бахните рогу. Бесов, иди собирай. Кубы прожали. Ромб. Все окей, отпускайте. Бесов собирай. Смуров, ты следующий забираешь. Забирай и подводи туда к бесам, в ту сторону. Все, оставим к бесам. У тебя был СС? Да-да-да. Давай, ребаф наливай. Дай левую епу бесам, галили быстрее. Каст, плиз. Приста баф. Баба. Дай стан. Стан, стан, скан. Дерничек, спасибо. Центр обратно надо отходить. Босс. Центр. Веду? Ну, конечно. Блять, ладно, я забрал, похуй. Забирайте. Как вы выражали? Все, отпускать. На Дирмич еще висела эта хуйня, на тебе ж не было. Сука. Филитрас, дай БР. Демоны вышли. Ну я не протанчик, нахуй. Не, блять. Демоном играть. В чем мы борется, или мы падаем? У тебя два танка мертвого. Пусть воин заберет нас крушить. А, падать. Да какой заберет, нахуй? Ну, забейте, нахуй. Ты пиздец просто полный. Может этого вара поставить на трэш? Я не удержу трэш. Когда он будет его ебашить, ну это не точно. Я не смотрел, напуливали там роги или нет. С напулами с тремя вроде должен убежать. В риске пулит на фильмикс.
Дерьмич, каким образом ты с меня босса забрал, скажи, пожалуйста. Мы сейчас умираем, ну, если что, тупо, блядь, из-за того, что нахуй стаунтить нормально не можем. Что? Я в Долоране оказался. Духом. Ну, а, даже не верно, что тело. Раз на кладбище. Это Сирус, блядь. На мне, блядь, 400 пинга, нахуй. Сука. Помойка, блядь. Но с мульфеткой он тупо с сокрушительным ударом. Тупо, блядь, с одного этого умирает. Ну, тебе нормально танк один? Дерьмич умер получается всего огромного. Или забрал, я так и не понял. Или стаунтил, не посмотрел. От атаки в ближнего боя, когда на нем висел расколот. Понял. Ну, давай, окей, с мульфеткой спекайся в ДД, ее спекнешь танк. Ее будешь запирать после дермича. СС также раздайте этот батя дермичу и маничела ее дальше СС. Мышка поставите тогда, я слетаю третий спек. Мне дадут. Ну, подкату дайте, не забудьте. Прикинешь, пожалуйста, волка возьми. Ты бегаешь и смотри. Блять. Блять, берел он нахуй, этот мини пиздец, блять. Если тебе нужен танк, могу зайти. Нет, не нужен. Там это, слушай, дай анонс по первому скверне, вот этой по кубам, у меня первый не отображает таймер, потом показывает. А какой скверне кубам? Когда кубы нажимаешь, что ли? Да, вспышку, да, скверны, да. Короче, анонсим. Там, ребят, там, блядь, типа, ну, 10, наверное, 15 секунд дается, чтобы куб нажать. Я хуй его знает, как можно не успеть. Я за анонс в чат. Читайте. Не, я про то, что я первый каст не вижу, а потом я вижу, все нормально. Я заношу. Просто у меня лагает, блять, мне пиздец хуёво это все делать. Смотреть, что за вами, блять, что вы не можете нажать нахуй. И вспоминать, блять, кого я на какую метку поставил, блять. Вроде там вчера ставил этот 4 кнопки VPN, у него перестало лагать. Не перестало, но стало чуть лучше. VPN, понимаешь, такая вещь, блядь, которая по сути повышает пинг, но она стабилизирует от того, чтобы не было вообще сильных просанок. С VPN никогда не будет такого, что у тебя перестанет лагать. У тебя просто будет меньше задержка, вот и все.
Москву. Причем причем в это ебаный по моему сервере Сирус, нахуй такая хуйня. В любую другую игру зайдешь онлайн. Все заебись. Поехали, блядь. Это только на этой помойке, блядь. Каждый год какую-то хуйню, блядь, выпускают своими кривыми руками, какой-то пачка. Потом начинаются телаги, блядь. Вот сколько играю 3 года на этой хуйне. Каждый год, блядь. Даже не каждый год. Раз 5 в год, наверное. Потом они там 2 месяца, блядь, что-то там какими-то своими кривыми руками исправляют, либо откатывают. И приходит все в норму, блядь. Ну сами же они это не скажут нам, что мы проебали, что мы обосрались. Всему виноват провайдер, блядь. Сука, уроды, Звезду бить. Ребят, не ОВЕ, пожалуйста, добивайте чудотворец. Там еще их 3 штуки, блядь. Последний вроде. Опять не показывает. Сколько до пола? Уже. А, уже? У меня зависло вообще. Я забрал. Беру, дайте ПДПС помощь. Не надо бить этих голем. Блять, ну. Ребят, чем вы слушаете, сука? Я сейчас начну кикать нахуй, реально. Ну неужели вы, сука, такие тупые нахуй? Сказал же, главное чаротворцев. Мы не будем успевать этих големов. Они пропадают нахуй. Чем вы, блять, слушаете нахуй? Нахуя вы их бьете, блять? Это пиздец нахуй. И, по-моему, поздно забрал. Каску по шаману бы не искали. Он гитарист. Кубы прожали. Уайт лови. Надо босса развернуть в другую сторону. Сюда напротив поверну. Забирай. Скана, звезду, фиряй. Все по звезде поехали быстрее. Стан дайте там по звезде. Доиграйте по звезде, пожалуйста, милики, сыграйте в ебаную звезду на Кинкей, Гриппа и вот эту звезду следующую. Скана, фиряй по КД. От струн отходите, дай сокру. Скана как-то умудрился сдохнуть. Ой, забери ее, Бостон еще. Я БР дам. Дайте Иннер побор. Яша, дай Иннер по скане стрел. Я подолю дам. Ну блять, ну сука. Я не знаю, что происходит. Ну сука.
Кубы прожмите. Там не нажали. Милики, как вы умерли, скажите мне, пожалуйста, от чего нахуй? Скан, от чего ты умер, нахуй? Сука, ну и блядь, ну... Падайте, нахуй. Куда ты близко подошел? Куда вы близко подошли, нахуй? Скажите мне, пожалуйста. Не от струн, не отходит, они нравятся. Сука, вот ребята, это пиздец просто полный. Выходят эти, блядь, ебаные гитаристы. Грипается один ебучий моб. Один, сука, ебучий моб, нахуй. Струны летят хуй знает сколько. Сложно, блядь, отойти, нахуй, от той пачки, которая там остается около портала. И фирять просто, пока до изгнания зла кидать. Как можно, блядь, умереть? Я не понимаю, нахуй. РДД, нахуй. Сука. Какого хуя вы, блядь, что-то там по боссу пытаетесь играть? Пока гитаристы не умрут, вы вообще нахуй должны слово забыть про босса, на, что его вообще бить можно, блядь. Вы понимаете, что мы никогда, блядь, не убьем, если вы, сука, не будете играть нормально? Я не могу, сука, все озвучить, у меня лагает, блядь, поймите вы, ребята, блядь. Я не могу следить за вами всеми, нахуй, вашими действиями, нахуй. Если вы не поняли, милики, вам нельзя подходить к этим гитаристам, блядь. Грипается конкретно один таргет, блядь, по которому вы вливаетесь. Я ставлю метку, только по нему вы играете. А РДД играют, ну, дальше по остальным всем. Ну, метку, да, и когда еще не грипнули, играют остальные все. Вам нельзя никогда подходить к ним. Никогда, блядь. Они вас убьют, блядь, струнами. Поймите вы это, блядь. Я ж это объяснял вначале, блядь. Он должен быть в стане, либо, блядь, в изгнании зла, когда его паладин фиряет. По-другому он вас будет, блядь, струнами убивать просто, либо вихрем, который кастует. Только супер простой легкий босс, нахуй. Блядь, пиздец. Все, акции солидарности прошли. Сейчас буду минусовать. Ничего нового на этом боссе не появится. Все, что было, вы уже все увидели. Яша, нажми кнопку. Проведи, дайте паф, пожалуйста. Окей, пожалуйста, ты весь этот дамаг получил от лужи. Ты можешь двигаться, а не стоять, а пока в ебаную лужу, чтобы с маной... Окей, еще раз стаунтишь или сгрипнешь босса, я не заметил, что ты там конкретно сделал. Грип нажал или стаунтил, блядь? И тебе этот у меня рядом, сраку, на пустом находится грип, я уже брал. Кто не будет грипаться, ничего. Угу. А гитаристов кто грипать будет? Я, блядь, по КД, да? Я буду сам нажимать. Я нормально грипнул по прошлых краях. Ну окей. Вам же дайте кого-то вместе. Заберите вон.
Опять еще на тварь. Завезну. Сколько до полубарс? Тоже забагался. Последнего набейте, пожалуйста. Вот, забирай на себя трэш. Встали на счет одного. Какой я полосок убежит. Геру, давайте по ДПС. И готовься забирать, собирать. Гитаристы, ты видишь, на босса развернуть в другую сторону. Кубы прожали. Лови гитаристы. Этого заберу сразу. Скана, Фиряя, все по звезде играют. Все в звезду играют. Стан дайте. Милики по звезде, блядь. Ладно, уже не надо. У нас минус 2 РДД почему-то, минус 2 милика, блядь. Падайте. Непроходимый трэш гитариста, нахуй. Сложно отойти от струны, блядь. А хп, по сути, у них хуйня, лям, 500 всего лишь. Кирилл, я умер прямо под боссом. Когда трэш вышел, я нажал мор и начал бить этого, я моментально умираю. Отчего я не отошел? Знаешь, почему ты умер? Потому Давай. Что, блядь, которые трэши под порталом стоят, оттуда струны тоже идут в мелизон. Не Они будет. Летят где-то секунд 7. Да что ты говоришь? Посмотри свою смерть, чего ты умер. А жаклы даются? Смотрел? Рассечение скверны подсказать, что это такое? Ну все. Да, я увидел. Это 4 струны. 4 нахуй. Никакой анимации у меня на экране не было, но я вижу, а чё я умер. Ну там такие белые волны типа. Ну вот ты 4 штуки. Я понимаю, что белые волны, но нихуя не было у меня на экране. Может еще дальше отводить, чтобы до них не долетало просто. Кирилл, давай курнем. Да, пускай отдохнут, не знаю, может помочь.